Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем проходить игру Injustice 2. Не дайте Каре покинуть крепость. Постой, Кара. Теперь я понимаю, что твой отец не зря отправил тебя за решетку. Супермен мне ближе, как отец, сколько бы ни старался Бэтмен. Так, что у нас тут, Найтвинг? Ну-ка посмотрим, насколько ты крепок. А был когда-то Робином. Правая рука Бэтмена. Предал ты его, да, значит, получается? Ради Супермена. Что ты прыгаешь-то, как горилла здесь, обезьяна, макака? Ух ты! Это было грубо. Грубо ты обращаешься с девушками, однако, сынок. О! Прям в табло, да еще с разбега. Не, так дело не пойдет. Давай-ка, Супергерл, устроим этому мальчику взбучку. Ну что такое, ну... Так, девочка моя, ну-ка соберись, соберись. Осталось тут совсем немножко. Что такое мы сделали? Было круто, я даже не понял, что мы сделали. Да-да-да, наказали мы его. Правильно, пускай слушается мамочку. Ну, а желательно, конечно, и папочку заодно. Проверим, на что мы способны, ребята. Ух, ха-ха, полетаем, красавчик. Воу, круть. Жесть, конечно, была. Так, продолжаем разговор. Отлично. Ну что, ребятушки, пора с ним завязывать. Мы вроде бы преподали небольшой урок. Я сказал, преподали урок. Ах ты, посмотри, сопротивляется на дорожку, да? Ну, ребят, я думаю, что мы здесь не дадим ему шанса. Да, прям по спине такой завершающий удар. Кал-Эл должен служить более хорошим примером. Шазам! Прибыл, ё-моё. Пришел. Ты подчинишься приказу, Кара-Зор-Эл. С той поры, как ты нашел меня, все, что ты мне рассказывал, было полуправдой, ложью, чтобы скрыть свои злодеяния. Ты смотришь на мир глазами ребенка. Добро и зло — непостоянные величины. Их значение определяют те, в чьих руках сила. Хорошо, как скажешь, Шазам. А, это Черный Адам, ё-моё, какой Шазам-то? Ну и что ты еще? Ах, ты, значит, у нас Шокер. Так, ребят, пора-ка с ним завязывать, я думаю. Молния нам здесь не нужна. О-о, козырно получилось. Так, ждем, ребята, суперудары. Их, естественно, будем прописывать. О, вот это вот, вот что мне нравится, когда она лазер так же прожигает. Прям в душу, так скажем, смотрит. Ну что, Адамчик, получил свое, а? Не такой уж ты и крепкий. Поехали далее, ребят. Ой, не-не-не-не-не, не надо, не... Черт, поймал он меня. У-ху! Вот это был полет. На-ка. Жесть, ребята. О, Шазам. Ядрёно уж, прям как ядерный взрыв был. Как это так, ребят, я же... У него что, защита там стояла какая-то? Ах ты хитрожопый, а. И смотри, везде у него ловушки тут всякие. Так, достал-то на самом деле. Блин, ребят, ну... Так все начиналось хорошо, и смотрите, как мы проигрываем. Нет, не могу я этого позволить. Хоть что делать не могу. Да что еще за подвесоны тут, ребята? Так, отлично. Мне кажется, ребята, что игра, может быть, на компьютер не особо хорошо оптимизирована. На консоли она идет просто на ура. А здесь какие-то фризики иногда проскакивают. Да отвали ты, ядрен ты батон. Ну, ребята, все, я думаю, ему крышка. Да. Теперь, как говорится, мы полетаем с тобой. Шазам. Шазам, Черный Адам. Получи и распишись. Встретимся в аду, ё-моё. Кстати, для тебя моя сила в выдержке. Кара, пожалуйста. Выслушай меня. С нашей силой нам нельзя сдерживаться, иначе те, кого мы любим, заплатят дорогую цену. Прости, что меня здесь не было, что я не смогла тебе помочь. Я дал себе клятву, больше никогда. Это не наш путь. В доме Эл не правили, внушая страх. Чтобы спасти мир, одной лишь надежды мало. Без меня они бы давно погибли. Оу, да мы с братишкой двоюродным решили вдруг помериться силами. Так, давайте посмотрим. Ну, Супермен силен, я знаю точно. Так что надо быть очень аккуратным, предельно четким в своих движениях. Оу, и не стыдно тебе, а, Супермен? Ё-моё. Чё ты чудишь-то, блин? Получил свою, а? Хоть бы дал бы мне фору, ё-моё. В поддавки хоть бы поиграл маленько. С сестренкой-то, а? А? Вот так вот. Молодец, спасибо. Так, давайте немножко его накажем. Нам бы хотя бы, ребята,
первый раунд выиграть. Как можно с большим количеством хп. Ну, это, мне кажется, маловероятно. Хотя... Так, у нас суперудар, ребята, есть. Я думаю, что сейчас мы его будем с вами использовать. Как раз у него... Оу! Пробил. Ну-ка, поймаем, нет? Чёрта с два, ребят. А вот он, чувствую... Поймал. Йоу! Какой замечательный у нас полет. Нифига, он прям в пачу бьет, ребята. Не стесняйся. Ядрёна вошь. Вот это да. Сравнял, как говорится, у нас хп-хи он. Так, опа, заморозили. Ну какой же ты супермен, которого можно заморозить, который даже не может вырваться из ледяной ловушки. Ай, больно. Во, будем его сейчас вот так вот. Что тут? Так, что у нас тут? Стычка, да? Столкновение. И кто кого? Опа, мы проиграли. Ладно, фиг с ним. Нормулька. Пока хорошо, ребята, идет все у нас. Иногда получаются какие-то удары более-менее, но в основном не айс. Так, ну это у нас легко, на Б жмем. Так, хорош, успокойся. Ах, прям пробивает, ой. Черт, сделал целую комбинацию. Да куда ж ты бьешь-то, блин, супергерл? Ну что, нет, нет, не могу этого позволить, ребята. Мы должны его вздрючить. Черт подери. Давай, давай, о, фу. Кнопочка Б всегда спасает. И я могу тебе помочь. Кара, вспомни все, что ты потеряла. Что, если бы ты могла спасти Криптон? Я думаю об этом каждый день. Тогда будь на моей стороне. Это Брейниак, он начал извлекать города раньше срока. Мы будем сражаться. Я должен отправиться на защиту Кандака. Ступай, мы направимся в Метрополис. А что делать с ней? Сейчас главное остановить Брейниака. Но когда все закончится, тебе предстоит выбор. Ты или со мной, или против меня. Здравствуйте, приплыли. Ё-моё, это что у нас тут происходит? Неужели сейчас будет уничтожение Метрополиса? Да ну, я не могу в это поверить. Опачки. По-моему, да. О, вот это жесть. Интересно, а зачем он уничтожает? Да нет, он даже не уничтожает, а извлекает. Он как бы забирает. А для чего? Это вопрос уже интересный. Так, куча трупов, как обычно. Машины поломанные, здания разрушенные. Так, доктор Фейт, да? Ты-то что здесь забыл, ё-моё? Ага, понятно. Помогите, на помощь. No. Нет. Please. Умоляю. Почему я не могу это остановить? Почему ты не позволяешь мне дать отпор? Откуда взяться порядку, если Брейниак победит? Человечество создает хаос. Брейниак — это и есть порядок. О-оу, ничего себе, разворот, поворот. Нормально, да? Супермен и Супергерл уже почти здесь, остальные занимаются флотом. Разве нам не нужно быть в Готэме? Брейниак управляет всем флотом с того корабля Черепа. Уничтожим его и флоту конец. Противник, прямо по курсу. О-о-о, тут не один противник, тут целая армада. Ну, Бэтмен, давай. Ну, естественно, ё-моё. Один против тысячи кораблей, он справляет. А, нет, Супермен тут помогает. Ладно, хорошо. Предположим. Они открыли для нас проход. Ага. Навожу ракеты на корабль Череп. Ну, давай, Бэтмен, вперед! Жми на кнопочку пуск. Yes. А, что, Брейниак, заёрзал. Щиты. Нет, ребята, он не заёрзал. Он спокоен, как никогда. 5 секунд удара. Приготовиться к катапультированию. 3 секунды. Оп, ну естественно, ребят, Супермен ловит и спасает Бэтмена. На здоровье. В очередной раз. Что произошло? Защитное поле Брейника порождает ответную ударную волну. То есть, чем сильнее мы его бьем, тем сильнее отдача. Кара!
Вау. Не выслушала, а полезла. Блин, теперь двоих. Нифига себе, вот это щит. Так, смотрим, поворот. Криптонцы нейтрализованы, завершить извлечение. Ага, избегает гад все. Планета треснула пополам. Ох, ё-моё, целую небоскребу похищает. Какая рожа, да? Самодовольная, блин. Так, это что у нас здесь? Ага, ну да, они, в принципе, вместе же упали. Ну, Супермен вроде бы как оклемался. Ты шел в себя, все бодрячком. Даже, наверное, не может понять, где он оказался. Так, жива. Фух, слава богу. Сразу отлегло. Ну, почему-то не стал помогать. Подняться там. А, он рванул. Так, что тут у нас? Ох, нифига себе. Нет. Так, ты же не сможешь пробить. Опа, даже кровь пошла. Вот это что-то новенькое. Супермен, силовое поле концентрирует свою энергию в точке твоего удара. Двигайся быстрее его, и ты, возможно, сможешь пробиться. Понял. Ага, ему нужно... Короче, с разных точек как можно быстрее бить, чтобы щитовое поле не могло сконцентрироваться на одном месте. Понял. Фига он тут. Так, что? Теперь занервничал. Оригинально, но этого мало. Уменьшить период обновления щита до 10 пикосекунд. Опс. Опять не повезло, а? Да что ж такое-то? Не пробить этого говнюка. Даже Супермену не под силу. Чё ж бы там Бэтмен делал бы, я не знаю. Опа, опа, опачки, смотри-ка, смотри-ка, смотри-ка. Кораблик-то нацелился на Супермена. Что он собрался делать? Эпический бой, что ли, будет? С космическим кораблем? Да ну, бред какой-то. Опа-на. Вау. Что это такое? Лучами жжет его. О, нифига себе. Зашибись. Это что ж получается? Кал-Эл. Неужели Супермена вот так вот разнесли в хлам, на атомы распылили? Ну никак не ожидал такого, конечно, я. Да ну, не может такого быть. Или может? Ладно, поживем, увидим. А? Флэш прибежал. Я не могу найти его тело. Не слышу его сердцебиения. Я должна была защищать его от этого, от тебя, а теперь его больше нет. Для тебя это, наверное, лучшая новость дня. Мне тоже будет его не хватать. Ты серьезно? Когда-то он был хорошим другом. Я доверял ему свою жизнь. Но Джокер завладел его разумом, и я не сумел это остановить. Я потерял моего друга Кларка, и с тех пор мне его не хватает. Атлантида исчезла. Я тебя не послушал, и теперь мы все умрем. Рано еще сдаваться. Кто-нибудь что-нибудь слышал от жука или фаерсторма?
Это все твоя вина, Брюс. Мы с Калелом смогли бы одолеть Брейника. Это ты должен был следовать за нами. Прекрати, Диана. Миллионы людей стали пленниками этого корабля. Мы должны их спасти. Без него. Какой раздор. Неудивительно, что человеческая цивилизация до сих пор не вышла за пределы этой крохотной планеты. Ты решил позлорадствовать? Мои беты занимают свои позиции по всей планете. Через час они синхронно взорвутся и сожгут атмосферу Земли. Этот мир станет голой луной, если вы не отдадите мне Кару Зор-Эл. Она последний житель Криптона и мой последний шанс изучить влияние Желтого Солнца на клетки Криптонца. Отдайте ее, и я не стану уничтожать этот мир. Даже если бы я верил, что ты сдержишь слово, я бы не согласился. У вас есть ровно час на раздумья. Спасибо, что дал новенькой шанс. Но может мне стоит сдаться? Нет, мы найдем способ отключить щиты Брейника. Должны. Можно попробовать их замкнуть, но нам придется сгенерировать дикое количество энергии. Возможно, нас спасет не наука. Значит, он может быть уязвим к магической атаке? Я могу направить мощный поток магической энергии Скалы Вечности через портал в Кандаке. Но мне нужен артефакт, который станет носителем. Нечто такое, что выдержит эту мощь. Трезубец Атлантиды подойдет? Да, может сработать. Отключим щиты, а что дальше? По словам киборга, Брейниак управляет кораблем силой мысли. Но я сумел отключить его от братского глаза. Возможно, я смогу сделать глушитель сигналов, блокирующий его нейронную сеть. И если вы отключите щиты Брейника, мы сможем обезвредить бета-бомбы. Значит, таков и будет наш план. Аквамен, Адам, отправляйтесь в Кандак. Ух. Кандак. Глава 10. Три царя. Аквамен и Черный Адам. Скала Вечности спрятан в карманном измерении. Я не открывал в него вход с тех пор, как началось вторжение Брейника. Потому что это привлекло бы его внимание. И именно, вскоре после того, как мы откроем проход, Брейник неизбежно нанесет удар. Я очень жду этой битвы. Так, значит, да? Древние, явите мне золотой путь, призываю вас! Ше! Херу, Амон, Зехути, Атон, Мешан. Воу. Карманное измерение. Так, что тут надо? Черный Адам раскрыл источник энергии Кандака и его местоположение. Община да будет для меня образец Скалы Вечности. Я хочу изучить так называемую магию Земли. Общины больше нет. Они хотели править Землей, а не смотреть, как ты ее разрушаешь. А ты, Грот, пусть Земля катится в ад. Я служу Брейниаку. Как и должен. Я дам тебе новых солдат. Добудь мне этот образец, прежде чем Земля будет уничтожена. И я награжу тебя за верность. Жополис хренов. Грот этот. Будем действовать быстро. Можешь не спешить. Времени уже не осталось. Так, не понял я. Стрела и канарейка? Что с ними вообще? Корабль-экстрактор уже в пути. Кандак попадет к Брейниаку. Да ты что? Ну-ка давай-ка попробуем Акваменом поиграть, ребята. Используешь пешек, Грот? Пешки могут одержать победу, если ты готов ими пожертвовать. Так, понятно, ребята. Короче, они сейчас под гипнозом от самого Грода. То есть гориллы этой хреновой. Так, я не понял, канарейка, что ты тут завыделывался? Мне бы узнать хоть какие-нибудь элементарные приемы этого Аквамена. Ага, отлично, хорошо пошло дело. Иди сюда. Будем тебя нахлобучивать сейчас. Ух, а мне нравится. Мне также хочется посмотреть, ребята, супер удар Аквамена. Да что такое, какие стойки, ты что ты делаешь, ё-моё, а? Так, угомонись, роднуля. Хватит уже, а? Ты посмотри на нее. Так, ребята, у нас накопился суперудар. Сейчас попробуем вот так вот вначале
без этого, а потом, да, а вот теперь можно уже будет и суперудар применить. Иди сюда, канаречка, повеселимся с тобой. Ну, вау, ха-ха, круть. Ну-ка, ядрёно уж нифига тут. Получи, оу, хорошая рыбка. Тыч, зашибись просто. Так, успокойся, я сказал. Фига нас оглушило-то. Так, столкновение опять у нас. Не знаю, ребят, как, оу, было неплохо, неплохо. Как вот в этом столкновении вообще можно выиграть, я не понимаю, ребят. Тихо ты, канаречка, успокойся, я не хочу причинить тебе зло. Сравняла, сравняла счет. Хорошо, по одному. Приступим дальше. Так, ты посмотри на нее, а. Хитрость стервоза. Что-то Аквамен как-то обречен в этих ударах, блин, я не знаю. Что-нибудь путевое-то будет у тебя или нет сегодня? Ага, вот, нормальная комбинация была. Есть у тебя хоть, хоть какая-нибудь связка-то? Нет, он будет, блин, мне стойки менять. Ну что, ребята, у меня суперудар еще один накопился, но он и не понадобится нам. Победили. Короля просто так не поймаешь. Ну это точно. Что опять, ребят? Что тут опять происходит? Да ладно, он уже здесь, что ли? Явился, не запылился. А вот и конница явилась. Символично, что вы погибнете вместе. Два последних царя человечества. Какой правитель приносит собственный народ в жертву Брейниаку? Я не служу ни Брейнику, ни Горилла Сити, а только самому себе. Я дождусь, когда пришелец раскроет свое слабое место и убью его. С его кораблем я стану несокрушим. Агрот. Так, ну что, давайте за Адама поиграем. Посмотрим, что он из себя представляет. Мне надоели Грот и его глупый фарс. Да, я тоже думаю, пора разобраться. Твоя гордыня приведет тебя к гибели. Это не гордыня. Ведь я и впрямь великолепен. Да? Жалко, мы не с гориллой деремся, ребята. А с зеленой стрелой. Да-да-да, Кондакт Спрайт. Именно. Ох ты, хорошо. Ну, слушайте, мне кажется, что как-то Адам, он, ну, пошустрее, что ли, чем Аквамен. Ну, по крайней мере, мне так кажется. А почему не Шазам? Что там бубнишь-то? Поехали. О, видите, у него такие плавные движения. И все время попадает в цель. Да ладно тебе. Стрела, успокойся, пожалуйста. Мы бьем, ладно. О, не надо, не надо, не надо. Промахнулся, отлично. Так, а у нас-то что там, когда накопится? Скоро уже будет удар. Будем его, ребята, взрывать. Ах ты, сопляк. Поймал все-таки. О, ребят, суперудар у нас готов. Че, пропишем ему? Хорошеньких, сладеньких люлей. Шазам, как говорится, да? Бэ-бэх. Офигенно. Все, победа за нами. Я бы не назвал тебя великолепным. Я бы тоже, кстати. Так, это что такое пока? А, понял, понял. Открываем далее портал. И я думаю, вы заходите туда будете все-таки или нет? Что опять? Синий жук, мы думали, ты погиб. Бэтмен сказал, что вам нужна помощь. Считайте, что я ваш помощник. Пойдем с нами. Так, что тут у нас такое? Что это за демоны тут каменные? Ага, неплохо. Это, видимо, какое-то, ребят, другое измерение, или что это такое? Так как именно это работает? Мы внедрим в твой трезубец искру энергии скалы. Когда мы освободим всю энергию, она найдет твое оружие. Твои мысли направят силу волшебника к ее истинной цели. Я готов. Так, очень интересно, очень занятно. Что такое?
Синий жук, что ты делаешь? То, что я приказал. Ах ты, грот. Двойной агент, чтобы попасть сюда. Несмотря на мощь его скоробея, я быстро подчинил паренька. А теперь, Джейми, убей их. Так, ну-ка давай-ка, ребята, акваменчика возьмем. Но... Ребенок недостоин этой брони. Когда мы закончим, я оторву скоробея от его тела. А, вот как. Его способности станут моими. То есть костюм хочет быть сам по себе, да? Замечательно. Воу! Так, парнишка, хорош, успокойся, жук, пожалуйста. Не нарывайся. Нифига ты даешь. Блин, Аквамен, какой же ты, блин, ущербный. Я не могу прямо, а. Давай чуть путевое там найдем с тобой. Да чтоб тебя, а. Ты посмотри на жука, у него... Он прям универсал какой-то. И дубинки, и шипы, и лезвия. Чего у него только нету. И пушка, блин. А у нас трезубец какой-то. И все, и больше ничего нету. Ну, хорошо. Так, ну хоть так вот. Пускай полетает маленько. Так, я боюсь... О, суперудар есть у нас, ребята. У нас есть суперудар. Все. Первый матч за нами. И второй, пожалуй, начнем уже с суперудара. Поехали. Опа. Давай-ка маленько поплаваем. Блин, вот чё-чё, а вот это мне вообще нравится. Суперудары, добивание, классно. Бум, трезубцем проткнули. Ах ты гад. На. Вот мне нравится, когда комбинация вот этого ускоренная трезубцем, это вообще великолепно. Давай, вставай. На. И вы вышвырнули, как щегла. Ну что, я думаю, ребят, победа будет за нами, да. Все. Рановато ты размечтался. Это точно. О. Так. Тихо, тихо, тихо. Адам, успокойся. Ну, грот, а, смотри-ка. Гляньте-ка на нас. Три царя. Ну, где перевод-то, ё-моё? Зашибись. Может и так, но я единственный, кто выйдет из этой пещеры. Ну что, Адам, по-моему, нам пора повеселиться с тобой. Ох, нифига он. Ты мог бы стать ценным членом моей общины. Я ни перед кем не склонюсь. Не, ребята, как хотите, обижайтесь, не обижайтесь, я этот бой удалю. Ну это нифига там... Сами видели прекрасно, ну как так можно? Столько лагов, а? Ну что, Грот, пришел час расплаты? Так, что они хотят с ним сделать? Не знаю, почему-то именно с Гротом все бои лагают, глючат. Почему, не понимаю. Глупые людишки. Оу. Жители Атлантиды требуют справедливого суда. Над Брейником. Хе-хе-хе, я видел его разум, чувствовал его мощь. Его не остановить. Даже так? В отличие от тебя. Оу. Жесть. Ни за что бы не подумал, что вот так вот будет в играх. Кого-то все-таки убьют. И, как видим, Грода убили. Это большая редкость. Обычно в тюрьму сажают или еще чем-то, а тут убили. Опа-на, смотрите, ребятушки-то оклемались из-под власти Гродовской-то. Муж, жена, как твоя голова? Будто пустая. Значит, мало что изменилось. Канарейка, стрела, прочь с дороги! Куда он бежит? А, посох же, точно, ребят. То есть трезубец, а не посох. Так. Тут, наверное, должно быть охрененно очень много магии. Вот тебе и Шазам. Ты там сам смотри, только не лопни. От натуги. Шазам! Ё-моё, нифига. Слушайте, а действительно... А, они хотят зарядить посох или чё? Нет, нифига, в небо отправили. За
Зашибись. Так, что тут, ребята? Взгрустнули. Киборг, где глушитель сигнала? Сейчас будет. Это что такая парашка-то? Все, что нужно сделать, нажать на кнопку. Но он глушит только небольшую зону. Тебе нужно подобраться к Брейнику на расстояние руки. Хорошо. Что? Что? Так. Это и есть магия? Фига. Отлично. И как это она, интересно, нашла корабль-то? Прям как самонаводящая. Во-во-во-во, смотрите-ка. Брынек занервничал. Охламон. Даже не знаю, что сделать, да? И все, что ли? Я тут... У них получилось. Щиты отключены. Супергерл, следуй за мной. Виктор, помоги остальным расправиться с бетами. Так. Хорошо. Сейчас будут атаковать корабль, да? Да вот и беты летают здесь. Ну, естественно, всех в клочья. Бэтмен у нас такой вот. Супер-пупер непобедимый. Нет, надо же, корабль он все-таки свой сломал. Ну, зачем бить стекла-то, ё-моё. Я не понимаю этого. Заклинило, что ли, не можешь открыть люк? Так, неужели ты будешь с Брейником драться? Оу, ты смотри, что тут происходит. Целая армия этих упырей. Но для супер герла это, знаете, шелуха, семечки. Просто их всех распилило. Ну где Брейник-то? На расстоянии руки, главное, надо подойти, да? В этой стороне сигнал сильнее. Что такое? Голоса. Их миллиарды. Так, что там такое? Что за голоса? Ну вы мне-то покажете? Так, это что такое? Что за сферы? Души, что ли? Что это такое? Так, много языков. Криптонцы. А, это миры, что ли? Я не могу понять. Что-то похоже, типа, как миры. В сферах каких-то. Кандор, Арго-Сити, моя родина. Мы должны им помочь. Я не уверен, что сможем. Но ведь должен быть способ. Опа! Из-под тишка, да? Ты смотри, а, какой хитрый. По идее, у Супергерл должны быть такие силища. Она должна порвать просто-напросто все эти оковы. Кара Зор-Эл. До недавних пор я был уверен, что у меня есть полная коллекция Криптона. Захватив тебя, я сделаю ее полной. Опа, куда это ее? Ты потерпел неудачу во всех попытках противостоять мне. У тебя нет выдающихся качеств. Ты всего лишь обычный представитель примитивного вида. Избавьтесь от него. Знаете, как с мусором. А, нифига. Ну, Бэтмен, ё-моё, ну... Ты же всегда на шаг впереди. О-оу. Кто, что? Кто это летит?
Оу, Супермен, ё-моё, ты откуда взялся, родной ты мой? Здравствуйте, приплыли. Смотрите, опять спасает жизнь Бэтмена. А как он сам там уцелел, я не понял. Ага, отлично. А я было думал, что пафосно появляюсь. Где Кара? Ее поймали, она где-то на борту. Мы найдем ее, но у нас всего лишь 20 минут до того, как Бет и Брейника испепелят землю. Почему здесь нет остальных? Они сражаются с Бетами, на случай, если у нас ничего не выйдет. Мы справимся. Глава 11. Мировая элита. Бэтмен и Супермен. Опа, это кто? Фаерсторм? Фаерсторм, что с тобой случилось? Брейниак объединил наши соперничающие умы. Мы теперь вместе как единая личность. Он твоя ходячая бомба. Как нам мимо него пройти? Да я думаю, что никак, придется его накумарить. Да-да-да, именно так. О, это ты еще откуда тут взялся? Ну здравствуйте, приплыли. И болотную тварь тоже? Брейниак раскрыл секрет энергии природы. Он подчинил себе матрицу Фаерсторма. Все знания станут частью его коллекции. Так, ну что ж, давайте, наверное, возьмем с вами Бэтмена. Отвечая на твой вопрос, вот как мы мимо него пройдем. Батаранг против квантового вихря? Опа! Бор, индий, кадмий — это был... Регулирующий стержень останавливает неуправляемый ядерный распад. У Бэтмена все всегда на кого-то найдется. Ладно, ребята, Фаерсторм, я за него играл, не такой уж он и сильный. Хотя посмотрим, как он здесь будет себя вести. Пока отгребает он у нас по полной программе. Ну давай, иди сюда. О, воу, тихо, потише, братиша. Да чтоб тебя. Так, давай. Бэтмен, мы всегда должны быть, блин, на высоте. Не надо хандрить. О, нормуль. Давай еще так пару. Да чтоб тебя. Ну что, добиваем, наверное, ребят. У нас супер удар, но это уже будет на следующем матче. Так, ну давай, вставай. Я готов. Ай, по-моему, промахнулись мы. Черт бы его побрал, а. Мы лопухнулись с вами, ребят. Ладно, попробуем так заколбасить. Ну давай, вставай. Что ты там, заморозку? Как интересно, он может заморозку, если он огненный. Так, столкновение. Тудуш. Вот это он вдарил. Так, ребята, ладно, давайте уничтожать его нафиг. У него очень мало здоровья осталось. Причем у него последнее хп. Ну что опять за фризы эти? Так, понеслась, понеслась. Добиваем, отлично. Не такой уж он и сильный был. Мы исправим ваше сознание, обещаю. Воу, тут болотная тварь воюет. Психанул, психанул. Опа. У тебя есть план? Он еще в разработке. План в разработке. Ого. Не дурно. Так, ну куда ты там? Куда ты там побежал-то? Ага, все, я понял. Будем теперь болотную тварь проучивать. Так, давай-ка, наверное, возьмем Супермена. Количеством или сложность? Сложность. Природа будет жить вечно на борту этого корабля. В виде цифровой копии она не будет настоящей. Вся природа состоит из данных, ее можно сохранить, не потеряв качество. Это Брейниак говорит, пришло время вытащить его из твоей головы. Фух. Ну давай посмотрим, на что ты, болотная тварь, способна. Оу! Это было грубо.
Так. Слушайте, ну крепкий, крепкий малый, ничего не могу сказать. А удары-то у него какие жесткие, хлесткие, ё-моё. Фига, сколько я его бомблю и сколько он. И по здоровью посмотрите, ребята. На. О, хорошо. Отлично просто. Полетаем маленько. Так, 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 так. Ну что, уничтожаем. Так, одну хпшку мы у него отняли. Одно здоровье. Погнали далее. Так, валяйся тут. У моих ног. Сынок. Оу. Ну нифига ты тут наяриваешь. А что это мы покраснели-то, друг? Это у нас, ребят, новая способность теперь стала. После того, как нас Бренник хотел испепелить, мы можем теперь краснеть. Так, ну тут, как обычно, ребята, мы полетаем маленько. Представляете, да, черепушкой с такой высоты, блин, об землю. Так, опять противостояние. А, столкновение, блин, противостояние. Оу! Фига ты наяриваешь-то, братюня. Так, мне не нравится, ребята, положение дел наших. Надо с ним уже завязывать, на самом деле. Что-то он раздухарился, вам не кажется так? Фига ты. Ты смотри-ка. Выкрутился, щегол. Так, ты успокоишься или нет? Блин, да ты дай хоть что-нибудь сделать-то. Макман хренов. Так, полетаем, малька. Все? Нет? Нет, не все еще. Добивающий. Пускай поваляется маленько. Природе нужен ее настоящий источник. Так, это у нас что такое? А, болотная тварь валяется. Фейершорм рядышком. Мозговые импульсы Файршторма меняются, но я могу понять, что происходит с болотной тварью. Джейсон, профессор Штейн. Ага, да, мы оба здесь. Что случилось? Брэйниак добавил в вашу голову третий разум. Только этого нам не хватало. Что это за место? Корабль Брэйниака. Файршторм вернет тебя обратно на землю. Отправляйся к Хеллу. Ему нужна помощь в борьбе с камикадзе-бетами Брэйниака. Подходящая работа для Файршторма. Удачи. Так, ну где же этот Брэйниак-то сам? Тут нет Брэйниака. Где он? Не знаю. Ныкается гад где-то. А где? Или хитрит? Стены корабля отделаны свинцом. Так, опять фейт, доктор. Брюс Уэйн с земли, Кал-Эл с Криптона. Ваши битвы разносятся эхом по всей вселенной. Ваша война привела к последствиям, которые никто из вас не предвидел. Вы разносите хаос по мирозданию, словно опухоль. Только Брэйниак сможет вернуть порядок. Ё-моё, нам придется с ним еще драться? Я им займусь. Ты же ненавидишь магию. Как-нибудь справлюсь. Тогда я найду Брэйниака. Ну что, Фейт? Я всегда уважал тебя, Фейт. Но Брэйниак не смеет уничтожать мой дом снова. Он прибыл на эту планету из-за твоих преступлений, уничтожив корпус зеленых фонарей. Ты разжег любопытство Брэйниака. Теперь он явился, чтобы спасти человечество от сотворенного тобой хаоса. Даже так? А не перебарщиваешь ли ты, братюня, а? Воу! Ты посмотри-ка на него, вот это он раздухарился. Не на шуточку, ребята. Будет получать от меня по полной программе. Я не буду его жалеть. Так, нормуль. Хорош это выделываться. Кряхтеть мне или еще что там собрался. Че, добиваем, наверное, с ним? С него достаточно уже? И готов, прям лжбан ему кулачком. Давай, вставай, сынуля. Полетаем чуть-чуть. Что ты там свои фаерболы выплескиваешь-то? Нищеброд. Нет, ты посмотри на него.
Слушайте, обычный какой-то чепушило, да? Надел шлем, хрен знает кого, откуда. Ты смотри-ка, он как-то смог избежать моего суперудара. Что? Что опять? Столкновение. Оу, досталась жена. Так, получил. Я о чем говорю, ребята? Обычный чувак просто в шлеме в каком-то, да? И выеживается. Откуда у него шлем этот? И что он вообще делает? Какой-то, блин, пророк, что ли? Смотри-ка, а. Выиграл меня, гаденыш. Ладно, продолжаем. Доктор Фейт. Опа, нифига ты дал. Какой-то клешней меня приголубил. Так. Да будем мы его наказывать. Что у него за два этих летает символа? Получил. Все, ребят, он готов. Отдыхает. Я хозяин своей судьбы. Это точно сработало. Хе-хе. Шлем забрали у чувака. А без шлема он, наверное, никто. О, сейчас еще, наверное, и сомнут его, да? Точно. Обалдеть. Владыки порядка, их голоса стихли. Все кончено, Кент. Прости, что напал на вас. Шлем приказал мне. Они больше не будут тебе приказывать. Вы оба бросили вызов судьбе. Заиграли с хаосом. Но теперь, когда вы вновь объединили усилия, вы должны поддерживать порядок, иначе его наведут владыки. Если не через Брейниака, то... Что? Ах, вот оно что. Обалдеть. Пока, доктор Фейт. Нам будет тебя не хватать. Зверство, конечно. Даже волшебные существа вроде доктора Фейта понимают мое величие. Со временем вся вселенная изменится по моей воле. Блин, какой ты самоуверенный, а, козел. Если мы тебя раньше не остановим, я предлагаю вам всего лишь спасение. Ваша окружающая среда отравлена. Ваша цивилизация исчерпала свои ресурсы. Гибель Земли неизбежна. Мы найдем способ. Мы всегда находим. Вау! Вот это уже интересно. Ты смотри, а? Так. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Не стал почему-то добивать. Самое удивительное, почему? Фига, ответочку получил. Опа. Время Земли истекло. Где Кара? На вивисекции. Я уже много узнал от нее о природе твоих способностей. Позволь мне как следует продемонстрировать. Я равен тебе по силе. Тебе не сравниться со мной по интеллекту. Ты всего лишь криптонец, которых я убивал миллиардами. Хо-хоу. Да, ну ты и говнюк еще тот, а. Ладно, ребята, не будем расслабляться. Я надеюсь, на этот раз нам повезет. Хотелось бы мне в это верить. Ну, самое главное, не попадаться под его на эти уловки механические. Согласитесь, и будет все нормально. Так, отлично. Нет, не дергай, блин. Ну ладно, это все фигня, ребята. Пока идет у нас хорошо. Смотрите, здоровье мы у него отнимаем довольно неплохо. Так, отгребает. Отлично. Так, ну что? А-а-а, начинается. Нет, не успел, не успел. Уф, да это ж вообще великолепно, ребят, смотрите. У нас еще здоровье дофига. И суперудар у нас есть. Хо-хоу. Ну что, будем рвать его, наверное? Да что за подлагивание-то, не понимаю я. Так. Давай, ребята, его немножко проучим. Слушайте, ну есть, есть у нас, ребята, шанс пройти его. Причем довольно неплохой. Лишь бы он только не психовал тут. И свою эту хреновую машину не вызывал. Так.
О, вообще шикарно идем. Ну-ка. Ну, добиваем. Отлично. Вот это я называю победа. Это тебе за Криптон. Лежит такой опупевший. Атаки на флот ослабляют его. Я чувствовал, как он теряет силы во время сражения. Хорошо, нам будет проще прервать его связь с бетами. Ага, отлично. Так, Супергерл. Что такое? Так. Ну ты же можешь с глаз-то, ё-моё, лазером-то бомбануть. Что ты стоишь, смотришь-то? Не понимаю я этого. Опа, опа. Все, в отключке. Ну давай, вставай, ты убегай быстрее отсюда. Нет, там что-то телепунькается, а? Стоит, сидит. Выжидает, блин, у моря погоды. Все, смотрите, ребята, космические корабли потухли. Стали безжизненными. И полетели на Землю, в атмосферу. Сейчас сгорят там. Лежит, балдеет. Говорит Бэтмен, Брейниак обезврежен. Глушитель сработал, все беты отключаются. Мы справились, теперь нужно найти Кару. Что происходит? Разум Брейниака в процессоре корабля. Похоже, у него нет резервной системы. Ах, вот оно что, ребят, вы представляете, эта махина летит сейчас на Землю. Оу, это жесть. Супермен, давай останавливай корабль. Если мы разобьемся, все города, которые он сохранил на борту, будут уничтожены. Так, что ты там придумал опять? Кларк, погоди. Ты сам сказал, что этот корабль управляется силой мысли. Но ты можешь погибнуть. Это как раз по моей части. Оу. Нифига ты. Брейниак там не психанет? Или все, ему хана? Я представляю, там, наверное, если он звезданется, это будет похлеще, чем ядерный взрыв. Оп! Тютелька в тютельку пролетел. Контролирует пока. С передышками, но контролирует. Создай обходную цепь. Переключи корабль на автопилот. Пытаюсь. Мой корабль. Вам не уничтожить мою коллекцию. Проснулся, придурок. Смотри-ка, какой злой дядька-то стал. Так, что мы теперь будем... Бэтмен будет драться с ним, по ходу дела. Верни мне корабль. Ол. Что это такое? И опять спать. Нет, не спать. Стоит там еще что-то. Ты об этом пожалеешь. Оу. Что такое опять? Ты упорный, но эти примитивные фокусы тебя не спасут. Ну, это мы еще посмотрим. Воу! Тихо, тихо. Не шали. Ну что, отгребаешь, сынуля? Так, оп. Нифига он бомбит по нам. Не по-детски. Ты что за херня еще тут прилетела? Воу! Да ладно, Нифига он дает. Так, ребята, я что-то не понял, это что за разогревочный у нас такой матч был?
Да на ты получи, гад, а. Достал уже корень. Накажем. Ну-ка. Пускай немножко отдохнет. Так, шикарно. Продолжаем разговор. Не даем ему слабины. А че он стоит-то как тупорылый? Хе. Что ты там машешь мне? Своими пальчиками показываешь куда-то. Отгребать будешь по полной программе. От самого Бэтмена. От Брюса Уэйна. Это тебе за все. Это тебе... Это тебе за землю. Это тебе за Криптон. Да что? Ой! Больно-то как... Блин! Давай, 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 давай! Да как же так? Нет, не могу проиграть, ребят. Ну, куда? Есть! Сынок. Как ты там сказал? Я упорный. Ну? Что за пятиминутная тишина? Нужно вытащить тебя оттуда. Нет, рано, города. Ах, он будет все это возвращать на места. Понял. Понятно, вот так вот он, ребята, кусками, короче, и выкачивал коллекции, создавал свои. Это мы сейчас возвращаем. Смотрите-ка, Мегаполис Сити этот мы вернули на место в целости и сохранности, причем. Фига. Ну, чё мы уставились-то? Чё-то я не могу немножко понять. Ну, и что дальше-то? Чё вы стоите? Чё вы там увидели-то? Всё. Перегрелся. Okay. Ты жив? Я думал, что уже слишком поздно, но я чувствую сердцебиение Атлантиды. Вы вернули то, что забрал Брэйниак. Но не все. Я не смог спасти всех. Некоторые города остались в его коллекции, другие утеряны, стерты из памяти корабля. Метрополис, Кост-Сити. Но мы же еще можем их спасти. Кэрол, мою семью... Прости, Хэл. Сначала Криптон, теперь Земля. Никакие другие миры не должны больше страдать. Это точно. А что же они сделают с Брэйниаком? Кларк, нет. Ну, Бэтмен, как всегда, ё-моё. Даже если бы я согласился, ты не можешь его убить. Он нам нужен живым, чтобы вернуть остальные наши города. Не нужен. Еще немного, и с помощью киборга я подчиню себе его корабль. Или мы потеряем еще несколько городов. Брюс прав, нельзя сказать наверняка. Но мы знаем наверняка, что Брэйниак представляет угрозу для всех. Это точно так же, как с Джокером. Если бы ты его не убил, то могло бы. Диана, не все так просто. Наоборот, Брюс, Метрополис и Кост-Сити уничтожены. Сколько еще невинных людей погибнут, прежде чем ты поймешь, что иногда нужно забирать жизни? Оу. Что это такое было? Ого. Мои силы, как ты? Золотой Криптон. Его создал Файршторм. Вставай, Кал-Эл. Опять драться, что ли? Не вставай. Продолжительный контакт всего лишь лишит тебя сил. Нужно положить конец этому безумию, Брюс. Ай-яй-яй-яй-яй. Опять драка. Кого? Ну давай возьмем Бэтмена. Я хочу за него подраться. Ух ты.
Так. Абсолютное правосудие. Глава 12. Бэтмен. Нож забрал такая. Ты не хочешь этого делать? Ох ты, да тут восстание, ё-моё, натуральное, ребята. Кларк, остановись, все окончено. Не-а. Опачки. Вот это, ребята, поворот. Ну, никак не ожидал, что так будет. Пиу. Что это царю поплохело как-то? Нифига. Обалдеть. Ни за что бы не подумал, что опять у них будут стычки. Вроде так все хорошо, да? Заканчивалось. На тебе. Брейника не стало, все. Пошел раздор. Так, ты достал уже, действительно, Аквамен. Пора бы тебе остыть, малька. Артур, не делай этого. Не подчиняйся Кларку. Я никому не подчиняюсь, Брюс. Ты никогда не понимал Атлантиду. Мы древний народ. У нас старомодные понятия о правосудии. Ух, ну что ж, давай накажем его. Неудачно как-то у нас получается. Но в любом случае, ребята, Аквамен, я думаю, для нас не проблема. Так, как меня вот достали вот эти вот мелкие фризы, я не понимаю, почему, ребята, это происходит. Так, хорош. Да ядрёно ты вож, ну. Будем так делать, а что нам еще остается-то? Так, так. Что-то мне показалось, что мы его заморозили, но это всего лишь был глюк. Так, полетаем маленько, отлично. Ну что, одну полосочку ХП мы у него забрали. Продолжаем. Когда у меня там суперудар-то накопится? Что-то уже долго нету его. Так, ты успокойся, а, вот чепушила. На-ка, получи. Получи и распишись, во! Так, ну что, ребят, думаю, пора на доби... Блин! На добивочку не вышло пока. Но отгребает он все равно по полной программе. Оу, полетаем. Ха, круто. Вставай, хламон. Ах ты, гаденыш, что сделать? Так, ладно, все. Ты меня разозлил, Аквамен. Просто разозлил. Не-н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 е. Ах ты, поймал все-таки. Нифига ты. Чепушила какой долгоиграющий прям. Ай, какая рыбка, а. Такую бы зажарить. Гад. Нет, Аквамен, это ты зря, конечно, зря. Нау. Давай расстреляем его к ядрене фени. Вот так вот. Критически еще к тому же. Все, он не жилец. Ой, и упал сразу же. Атлантиде пора шагнуть в ногу со временем. Оу. Прям в коленочку. Ой, прям в ляху, короче. Я устал с тобой сражаться, Артур. Оу, Шазам-то тут у нас лютует. Какой, блин, Шазам? Это Адам черный. Почему все время Шазам называют? Бэтмен знал, что они его предадут. Нужно шевелиться. Так. Тебе не уйти. Оу. Хочешь упасть? Хорошо. Ну, Бэтмен-то, у тебя же там всякие штучки-дрючки. Я же знаю, что ты не разобьешься. Тебя так просто не возьмешь. Видите? Оп, и приземлился спокойненько причем. Но этот от него не отстанет, естественно, ребят. Адам, возвращайся в Кандак. Если останешься здесь, тебя будут судить. Сначала поймай меня, Бэтмен. Я недооценил тебя в последний раз.
Ну что ж, дорогие мои друзья, на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть в эту игру. А на этом все. Calling me to come back. I'm a sucker for love.